Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Alltags учили бытовой немецкий. И сегодня мы с вами разберем необходимые слова, которые вам необходимы будут для того, чтобы сдать экзамен по вождению. Итак, начнем мы с вами вначале с необходимых слов. Vorwärts – вперед, rückwärts – назад, wenden – разворачиваться, umkehren – разворачиваться, Die Vorfahrtstraße – основная улица. Die Kreuzung – перекрёсток. Der Verkehr – транспорт. Die Ampel – светофор. Einparken – припарковаться. Ausparken – выпарковаться или выехать. Die Autobahn – скоростная магистраль. Die Ausfahrt – выезд. Ещё можно добавить слово Die Einfahrt – это въезд. Die Parklücke – это пустая парковка. Das Parkverbot – запрет парковаться. Der Kreisverkehr – это круг, по которому ездят машины и затем разъезжаются в разные стороны. Точное название напишите, как он называется по-русски. Die Brücke – мост. Blinken – моргать светом. Vollbremsen – резко затормозить. Die Vorfahrt – преимущество в проезде. Die Vorfahrt gewähren – то есть дать преимущество в проезде другому транспорту. Итак, еще раз. Vorwärts, rückwärts, wenden, umkehren, die Vorfahrtstraße, die Kreuzung, der Verkehr, die Ampel, einparken, ausparken, die Autobahn, die Ausfahrt, die Parklücke, das Parkverbot, der Kreisverkehr, Die Brücke, Blinken, Vollbremsen, die Vorfahrt gewähren. Ну, теперь переходим к основным таким вот предложениям, которые вы сможете услышать от вашего экзаменатора. По-немецки это называется «wichtige Anweisungen». Прежде всего, начинает обычно экзаменатор с предложений, с вопросов, которые он задает. «Haben Sie gut geschlafen?» – «Хорошо ли вы спали?» Sind Sie gut vorbereitet? Хорошо ли вы подготовились? Fühlen Sie sich für die Prüfung fit? Чувствуете ли вы для экзамена здоровым? Haben Sie die Spiegeleinstellungen geübt? Упражнялись ли в правильном установлении зеркала? Ну и теперь переходим непосредственно к тем основным предложениям или так называемым приказам. Links abbiegen. Поверните налево. Rechts abbiegen. Поверните направо. Fahren Sie geradeaus. Едьте прямо. Oder geradeaus fahren. Прямо ехать. Обычно все эти предложения укорачиваются. Fahren Sie in den Kreisverkehr. Едьте в круг движения. An der zweiten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen. На втором повороте покинуть этот круг движения. An der Ampel rechts fahren. На светофоре поехать направо. Suchen Sie eine geeignete Möglichkeit zum Umkehren. Oder einfach umkehren. Найдите подходящую возможность, чтобы развернуться. Fahren Sie über die Brücke und dann biegen Sie nach rechts ab. Едьте через мост по мосту и затем поверните направо. Или просто über die Brücke und dann nach rechts. Bitte wenden, развернитесь. Bitte halten, остановитесь. Fahren Sie auf den Parkplatz. Едьте на парковку. Finden Sie eine Parklücke und parken Sie rückwärts oder vorwärts. Найдите пустую парковку и припаркуйтесь задом или передом. Fahren Sie auf die Autobahn 7. Едьте на скоростную магистраль 7. Итак, вот основные такие предложения, которые вы можете услышать. Если вы можете что-то еще дополнить, пишите внизу в комментариях. Ну, а теперь я хочу с вами попрощаться. Ставьте лайки, если вам видео мое понравилось. Делитесь моими видео со своими друзьями, задавайте вопросы. Теперь до новых встреч. Пока-пока.